У вас бывает чувство, что что бы вы ни делали, ничего не меняется? Оставишь следы на песке, их все смоют волной. И вернешься к тому, с чего начал. Говорят, что в моем возрасте жизнь — это сплошные тусовки с друзьями. К сожалению, я был исключением. Привет, Эми. Я Джейк. Мы в одной группе по алгебре. Эй, не забудь свои подгузники. Очень смешно. Джейк, к телефону. Но в тот день изменилось все. Ты меня очень выручила. А почему дедушку свалили на тебя? Папа не смог уйти с работы. Я думала, он безработный. Знаешь, я, пожалуй, дедушке позвоню. Алло, Эйб слушает. Дедушка, это Джейк. Нет, не приезжай. Слушай меня. Здесь опасно. Езжай домой. Дедушка, ты пил таблетки сегодня? Мой ключ от оружейного шкафа лежал в комоде. Ты знаешь, где он? Да, он у отца. Так безопаснее, дедушка. Не волнуйся. Мне что, голыми руками с ними драться? Да хранит его Бог. Что у него? Альцгеймер? Деменция. Мороз по коже. Если что, позовешь. Дедушка? В дом вломились. У меня в машине пистолет. Стой на месте. Дедушка! Что у вас случилось? Да, алло! Нужна скорая помощь. Palm Circle 24. Мой дедушка. Сэр, что произошло? Дедушка. Тебе нельзя здесь оставаться. Дай мне сказать. Езжай. На остров. Письмо. Эмерсон. Найди петлю. 3 сентября 1943 года. Не волнуйся. Скорая уже едет. Потерпи еще немного. Думаешь, я совсем спятил? Птица сможет все тебе объяснить. Обещаешь, что выполнишь мою просьбу? Обещаю, да. Я хотел тебя защитить. Я давно должен был рассказать.
Дедушка, что рассказать? Дедушка! Никого там не было. Признаюсь тебе, я приятно удивлена твоим прогрессом, учитывая, что прошел всего месяц. Но ведь у меня крыша едет. Я бы не делала такой вывод из того, что тебе снятся кошмары. Но я ведь наяву видел то, чего не существует. Это распространенная реакция на ситуацию травмы. Твое подсознание вызвало образ из фильма или... Из истории. Мой дедушка рассказывал мне много историй о чудовищах, с которыми он сражался на войне. Тем более логично, что в твоем сознании человек, напавший на твоего деда, принял образ чудовища. Но это был не человек. Следователь обнаружил следы собачьих когтей на двери. Должно быть, дед погнал собак в лес. Врач сказал, у него не выдержало сердце. Говорят, что собаки... сразу вгрызаются в мягкие ткани. И анализ ДНК показал наличие ДНК животного. Так что дело закрыто. Я вижу, что он много значил для тебя. Вы были очень близки. Пуэрто-Рико. Вот здесь. Там озеро со светящейся водой и потайным тоннелем. В нем я прятался от чудовищ. Меня часто с ним оставляли. С ним я чувствовал себя особенным. Утка была пережарена. Эйб, уже почти 11. Почему он не в кровати? Я буду первооткрывателем. Мы с дедушкой планируем мое первое плавание. Сынок, все в мире уже открыли до тебя. Эти птицы сначала запугивают друг друга, а потом переходят к остальным. Забудь о том, что он сказал. Он пошутил. Давай, ты грызки, пора спать. Гнезда, нападая на своих соседей. Они неприветливы, они собирают целые армии. Тачдаун, Флорида, какая игра! Расскажи мне сказку. Как всегда? Угу. Ну ладно. Давным-давно жил на свете мальчик. Покажи картинки. Момент. Давным-давно жил на свете мальчик, которого звали Эйбом. Это был ты. Да, верно. И жил он в красивом детском доме на островке близ Уэльса, где каждый день светило солнце. Директриса, мисс Перегрин, была очень умной женщиной. Она любила курить трубку. И превращалась в птицу. В этом доме жили необычные дети. Вот, например, Бронвин и Виктор. Сильнее, чем 10 взрослых мужчин. И Хью. У Хью в животе жили пчелы. А где Эмма? Она умела летать. Она была легче воздуха. Она носила специальные свинцовые туфли. Иначе бы она улетела в небо. Где она сейчас? Я думаю, она все еще на острове. Там в свое время жил и я, среди необычных детей. А сейчас, Тигриски, тебе пора спать. Он называл меня Тигриски. Тигренок по-польски. До сих пор не понимаю, за что он меня так прозвал. Я скорее был трусливым мышонком. Почему тебя отправили в детский дом? В Польше, где я родился, нельзя было оставаться. Туда пришли чудовища. Какие чудовища? Огромные, с длиннющими руками, без глаз. И у них были щупальца. Удивительно, но я еще очень долго верил его рассказам.
невидимка. Учительница сказала, это фотомонтаж. И ты ей поверил? Папа говорит, ты их купил на блошином рынке в одной из своих путешествий. Я тебе никогда не лгал, ты грызки. Но ты солгал. Про дом и про чудовищ. Папа мне все рассказал. Твой папа знает, что меня отправили жить в детский дом. Он сказал, в Польше правда были чудовища, но у них не было щупалец. Он сказал, это были очень плохие люди, которые убивали всех, кто отличался от других. Давай закончим этот разговор. И дети правда были особенные, но не такие, как их описывал ты. Что ты там нашел? О, какая прелесть. Это супер. Возьми себе. Идем, сынок, нам пора. Как ты так легко... Джеки, ты с ним был гораздо ближе, чем я с ним. Он был прекрасным дедушкой, но не таким уж прекрасным отцом. Ну, он постоянно работал допоздна или надолго уезжал в командировки. Мы думали, что, возможно, он изменяет маме. Я знаю, что ты его обожал, и мне очень жаль, но такова жизнь. Мы ждем тебя в гости на каникулы. У нас новая лодка. Заманчиво. Это тетя Сьюзи. У меня для тебя есть подарок. Точнее, от дедушки. Я нашла это среди его вещей. Думаю, это предназначалось тебе. Спасибо. Полное собрание сочинений Ральфа Уолда Эмерсона. Джейку и мирам, которые ему предстоит открыть. Мой дорогой Эйб, я очень надеюсь, что эта открытка дойдет до тебя. Мы с детьми очень ждем весточку от тебя. Надеюсь, ты нас скоро навестишь. Мы очень соскучились. С уважением и восхищением, Альма Перегрин. Прошло всего 2 года. Я предполагаю, что она все еще может быть жива. Вот именно. И я мог бы поехать к ней. Может, она расскажет мне то, что не успел рассказать дедушка. А что, если нет? Доктор Голан, мы очень обеспокоены душевным состоянием Джейка. И я не могу все бросить, чтобы поехать с тобой в Уэльс. Я поеду с папой. Он может наблюдать за птицами и работать над книгой. И ты от нас отдохнешь. И доктор Голан верит, что это может помочь мне двигаться дальше. Я действительно надеюсь, что, увидев этот дом, Джейк разграничит в своем сознании вымысел и реальность. Ну и, конечно, такая поездка предоставит ему шанс попрощаться. Карнхолм. Население 92 человека. Недалеко от острова Карнхолм в 1915 году потерпел крушение круизный лайнер «Августа».
На острове один отель. О, то, что надо. Надеюсь, у них есть бурбон. О, ого. Знаешь, кто это? Фалька Перегринус. Перегринус? Как мисс Перегрин? Точно. Знаешь, может, поэтому дедушка и придумал, что она превращалась в птицу. А вдруг это и правда она? Эй, мисс Перегрин! Меня зовут Джейк! Эйб Портман, мой дедушка! Не гадьте на нас, пожалуйста! С ума сойти, я ж пошутил! Люди! Есть тут кто-нибудь? Здрасте. Не подскажете, где мне найти администратора? Это я. Простите, я помогал дяде Оге справить нужду. Я Кэф. Комната наверху. О, класс. Я скоро к вам вернусь. Хорошо. Кэф пошел подготовить для нас номер. Я подумал, раз у нас есть время, может, сгоняем на пляж? Я думал, мы пойдем в детский дом. Ты говорил, на пляже много птиц? Да, я хотел одним глазком посмотреть. Слушай, я могу сам пойти в дом. А ты сможешь понаблюдать за птицами, сколько влезет? Да брось, Джейки, твоя мама меня убьет. Ну, а если мы найдем мне компанию? Салют, народ! Помощь, расслабься. Не надо. У меня небольшая просьба. Моему сыну нужно на другой конец острова. Кто-то может его проводить? Ну так, как вас зовут? Я червь. Это МС Грязный Дил. Грязная делишка. Ты разве не поменял? Не. Ты ничего не попутал. Ты поменял, чтобы не звучало, будто ты в штаны наложил. Да. Пока Рут не сказала, Грязный Дил в штаны наложил. Это что, типа, кликухи, что ли? Псевдонимы. Мы наикрутейший рэпер Уэльса. Давай, червь, прокачаем его. Че, сейчас? Хочу напиться в баре, твой папочка там, ведь он на мели. Мой стиль огонь, и все рифмы на месте. Мой бит крут, как курочка в тесте. О, да, это круто. Может быть, срежем? Чё думаешь, бро? Так будет быстрее, стопудово. Что, прям туда? Угу. Да. Туда? Что за... Я так вообще выйду к детскому дому? Он за этим лесом. Потерянного ботинка не воротишь, сынок. Тот детский дом. Что там произошло? Воздушный налет. Бомба упала на крышу. 3 сентября 43 года. А дети и директриса? О них что-нибудь известно? Никто не выжил, бедняги. Славные были проказники. Почему он нам... этого не рассказал. Но он уходит в армию, а через 3 месяца все его друзья погибают. Даже дедушка не смог бы сочинить про эту сказку на ночь.
Сложно после такого не бояться полюбить даже собственного сына. Послушай, тебе нужно об этом с кем-то поговорить. Позвони доктору Голод. Сегодня к ним присоединилась команда из Австралии. Напомню, что вчера на первое место... А ты не против, если я сегодня с ребятами потусуюсь? Они меня позвали. Да? Это же здорово. Ты Эмма. А я, и близнецы. Ты Оливия. А ты Бронвин. А это Миллард. Ага. Вы что, призраки? Вы же все погибли. Я понимаю, что ты и так невидимый, но ты тоже умер. Никто из нас не умер. О, боже. Умер я? Нет. Ты назвала меня Эйбом. Там, в доме. Почему? Вы похожи с ним. Так мне показалось. Пока ты не начал кричать, убегать и биться головой об землю. Стоп, что вообще происходит? Мы ждем подходящего момента, чтобы войти в петлю. Надо убедиться, что нет слежки. Я не понял. Чтобы куда войти? Прошу, Джейк, мисс Перегрин ждет. Она видела тебя вчера и послала нас за тобой. Куда намылился? К себе в номер. Я вчера заселился. У нас тут что, отель, по-твоему? Да. Слушайте, у меня есть ключ.
Спросите администратора, он в курсе. Я администратор, малец. Он не здешний. Может, он солдат? Чушь собачья. Послушайте, как он говорит. Он шпион. Что? Нет. Это... Вы что, я просто турист? Не хочешь говорить по-хорошему, значит, будет по-плохому. Могу, что это правда, что вы настоящие. Мы пытались тебе это сказать. И я такой же, как вы. Что? Там, в пабе, Оливия, ты же видела, летали тарелки, билась посуда, и все из-за меня. Я управлял ими силой мысли. Нет, это был я. Миллард? Да. Ты что, голый? Угу. О. Я не... На вас упала бомба в 1943. Сейчас 1943. 3 сентября, если быть точным. Целый день, каждый день. Это наша петля. Вы вовремя. Мисс Перегрин, рада знакомству. Дети, я не желаю снова видеть здесь хозяина паба с полицией. Я дважды убила их за этот месяц. Мне и без них забот хватает. Миллард всего-то разбил пару тарелок. Ну и Оливия подлила немного масла в огонь. Но только чтобы помочь Джейку. Ну и ну. Дорогой Эйп высылал мне фотокарточку, на которой ты совсем младенец. Что же ты стоишь? Проходи, твой чай остывает. Как вы узнали про пап? Ты весишь приблизительно 109 фунтов, так? Я не... Грузмены-близнецы пришли спустя 6 минут, как ты убежал. Я не совсем понимаю. Я не беру в расчет свою догадку о том, что тебе и бежать-то больше было некуда, только цифры. Дорога до паба занимает 18 минут. Эмма и компания выехали за тобой на повозке со скоростью 8,2 мили в час. Остается добавить время на заваруху в пабе и путь сюда с учетом твоего веса. И вуаля, вы здесь ровно в 13 минут пятого. Ты пьешь чай с сахаром? Достаточно, Оливия. Кому понравится перекипевший чай? Я тебе сейчас помогу, Енок. Я справлюсь. Не хочу отрывать вас от чаепития. Прими мои соболезнования, Джейк. Значит, вы в курсе? Я думаю, будь Эйб жив, он бы сообщил о твоем приезде. Берем чай и идем на улицу. Спасибо. Перед смертью он просил меня найти вас. Он не все успел мне рассказать. Сказал, что вы сможете все объяснить. Он знал, что говорит. Хотя что-то я не смогу объяснить. Таких, как мы, традиционно называют странными людьми. На 51 секунду позже. Простите, мисс Перегрин. Сколько морковок вам понадобится? Одной хватит.
Некоторые люди рождаются с какой-либо странностью. Это проявление рецессивного гена. Такой ген может не проявлять себя в течение многих поколений. Но, увы, странные люди издавна подвергаются гонениям. Поэтому мы живем в таких местах, как это. А где? В Уэльсе? Неважно где, главное — подходящий день. Этого хватит, Фиона! У людей с моей странностью есть название. Имбрины. Нас объединяет то, что... Что вы превращаетесь в птиц? В том числе. Да, весьма бесполезная способность. Важно то, что мы умеем управлять временем. Мы выбираем безопасный день и место и создаем петлю. Что за петля? Петля запоминает последние 24 часа. Перезапустив петлю, ты можешь прожить тот же день заново. Таких перемоток может быть сколько угодно. А значит, здесь можно укрыться навечно. Умница, Бронвин, не опоздала. Вот почему имбрины берут на себя заботу о детях. Которые здесь навсегда остаются детьми. Это всех устраивает. Поверь мне. Каждая имбрина посвящает свою жизнь созданию и поддержанию такого места. Дома для особенных детей. Этих ты уже видел. Собираетесь ругаться? Предлагаю закончить игру. Вот и назначай тебя судьей. Добрый день, давай, меня зовут Гораций. Очень приятно. Свежая кровь нам всегда кстати. Стильная рубашка. Спасибо. Эмму представлять не нужно. Кажется, это все. А у Бронвин разве нет брата? Да, Виктор наверху. Погоди-ка, а где Енок с Оливией? Понятия не имею. Енок дуется с тех пор, как мы пошли за Джейком. Мисс Перегрин, вас ищет полицейский. Он сказал, что это пропап. Нам предстоит разговор, Эмма. Они не виноваты. Правда, они просто помогали мне. Спасибо. Я тебя недооценивала. Она ведь не станет никого убивать, правда? Только если не сумеет договориться. Ты мне не поможешь? Это всегда делает Енок, но, как я сказала, он сегодня не в духе. Это из-за меня? Он вообще ревнивый. Ну так, чем мы сейчас займемся? У нас есть задание. Вернуть бельчонка обратно в дупло. Какого бельчонка?
Я так думала. Когда-то. Видимо, я ошибалась. А скажи, он был такой, как ты? Он был как ты, Джейк. Я хочу переодеться к ужину. Ты к нам присоединишься? Я должен не поздно вернуться. Ужин в 5:30. Рановато для ужина. Правила для всех одни. 8 тебе лет или 18. Ты можешь переодеться в вещи Эйба. Его комната на верхнем этаже. Джейк, пойдем, я познакомлю тебя с Еноком. Ну что, тебе у нас не по себе? Не волнуйся. Я привыкший. О, я не волнуюсь. Однако дам совет, как мужчина мужчине. Если ты думаешь остаться только из-за Эммы, езжай домой. Она зареклась влюбляться много лет назад, когда ей разбили сердце. И она остается верна своему слову, так что... Енок, я не пытаюсь... Что ты делаешь? Джейк, это всего лишь разминка. Показать мою любимую часть. Марионетки делают все, что я им скажу. А с людьми еще веселее. Видел бы ты, какие эпические битвы я устраивал в семейном похоронном доме. Галстука не хватает. О, ты знаешь, куда мой дедушка все время путешествовал? Разные другие петли. Правда? А зачем? Джейк, я не могу ответить на все вопросы, ясно? Так что мне будет гораздо проще, если ты перестанешь их задавать. Чего делаешь? Милорд, немедленно оденься. Воспитанные люди за стол нагишом не садятся. Хорошо, хорошо. Ты можешь сесть сюда, Джейк. Смотрите на Енока. Он ревнует. С чего это мне ревновать? Да пусть она хоть замуж за него выходит. Не язви, Енок. Речь ведь не об этом. Она просто рада, что у нас гости. Никто у нас не выходит замуж. А теперь ешьте, пока все не остыло. Фью! Где твоя сетка? Это уже не смешно. Отстаньте от меня! Ты, наверное, и подумать не мог, что будешь ужинать в другом веке. С друзьями своего дедушки. В будущем есть космические корабли? Я видела их в комиксах. Оливия, что я говорила вам по поводу вопросов? Мы не обсуждаем здесь будущее. Нам хорошо, в старом, добром, настоящем. Клар, ты почему не ешь?
Она стесняется перед Джейком. Напрасно. Поешь. Расскажи, Джейк, а в чем твоя странность? О, я не... у меня ее нет. И поэтому, друзья мои, Джейк не останется у нас, сколько бы мы его ни уговаривали. Мы это обсуждали. Джейк просто гостит у нас. А что думает Джейк? Ты же хочешь остаться, Джейк? На ночь или... Навсегда! Оставайся навсегда! Но зачем, если у него есть выбор? Будет жить, как все. Постареет, так гораздо веселее. Он уйдет, как и его дедушка. Эмма! Простите, куда это она? Что на тебя нашло? Ты прекрасно знаешь, почему Эйб нас покинул. Он ушел в армию. А потом он женился на красивой леди. И у них родился чудесный ребенок. Дети. Новые друзья – это прекрасно. Но я уверена, что во Флориде у Джейка много своих друзей. Я сейчас отвечу на звонок, а вы подготовьтесь к кино. Но мы хотим остаться и послушать. Алло, это Эйб. Как вы поживаете? Я добавил побольше зефирок, Джейк. Миллард, прошу, надень пижаму. Здесь слишком жарко. Хватит уже ныть. Извините. Мой дедушка рассказывал мне об этом. Гораций проецирует сны, да? Раньше мы слушали радио. Надоело, когда выучили каждое слово наизусть. Просто блеск. Заверните. Обычно ему снится одежда. Очень приятно. Стильная рубашка. Когда он видел этот сон? Вчера ночью. Иногда он видит вещи и сны. Но в основном про одежду. Вещи сны, это значит, он видит будущее? Это Имбрина. Кто она? Мисс Перегрин, вы ее знаете? Да расслабься. Горацию просто приснился кошмар, вот и все. На сегодня хватит. Спасибо, Гораций. Уже поздно, мне пора возвращаться. Можешь остаться до утра, если хочешь. Чтобы не идти по темноте. Но на острове безопасно, не так ли? Конечно. Я лишь беспокоюсь. Как бы Джейк не споткнулся об одну из кочек. Может быть, ты проводишь его? Чтобы уберечь его от падения. Останься хоть на перезапуск петли. Захватывающее зрелище. Да, Джейк, пожалуйста, Джейк, Rabbit, run, run, run. Don't give the farmer his fun.
Срочно, мисс Альми Перегрин. Что это? Это мой сотовый. Он не работал, пока я был в петле. Наверное... Сотовый? Да, что-то вроде телефона. Можно звонить людям, отправлять сообщения. И вот, смотри, что еще. Можно сделать фото. Нажми сюда. Да. Видишь? Ты чего? Я просто представила, что однажды ты станешь взрослым, как Эйб. У тебя будет жена и дети, и даже внуки, которым ты покажешь эту фотографию. А я так и буду здесь. Ну а уйти ты не можешь? И жить в настоящем, если захочешь? Нет. Если я останусь в настоящем, годы наверстают свое. Что это значит? Ты что, ты... Кажется, это Имбрина из сна Горация. Ты уверена, что это не просто птица? В смысле, почему она не трансформируется? Она не может. Она ранена. Я отнесу ее в дом, а ты уходи. Прошу, просто уходи. Не вношу прощаний. Я приду завтра. Когда хочешь. Я здесь навсегда. Эй! Эй! Я уже весь остров оббегал. Где тебя носит? Я как раз шел обратно. Прости, я не смотрел на часы. Я весь день прошатался с червем и грязным дилом. Грязным дилом? А знаешь что? Это хорошо, это правильно. Заводить странных друзей и тусить с подростками. Я думаю, это нормально. Уверен, доктор Голлан одобрит. Эй, вы, туристы! Идите-ка сюда! О как, кто тут у нас? Это же твои новые друганы. Твоих рук дело. О, что? Нет, я этого не делал. И мы тоже. Послушайте, сэр, не знаю, что здесь произошло, но мой сын и его друзья весь день были вместе. И Джейк никогда бы такого не сделал. Брехня! Не видели мы его! Вчера были деньги! А с чего нам его на шару выгуливать? Джейк, так ты с ними гулял? Нет. Прости меня, но ты же не думаешь, что я мог это сделать?
Нам больше нечего сказать. Тогда передайте ей сообщение. Скажите доктору Голан, что если бы она не посоветовала эту абсурдную поездку, мой сын не слонялся бы целый день по заброшенному дому в состоянии нервного срыва! Алло? Пап, успокойся. Я в порядке. Нет, не в порядке. Ты не в порядке, Джейк. Эта поездка была просто кошмарной идеей. Мне жаль, что я солгал. Я просто... Просто поставь будильник на 8 утра. Хочу выйти на пляж пораньше. Пока мы с тобой на этом проклятом острове, я с тебя глаз не спущу. Ну и куда ты идешь? Мне срочно нужно выпить. Дорогая мисс Перегрин, мне жаль быть печальным вестником, но я должен передать вам дошедшую до меня информацию. Очевидно, кто-то из людей Бэрона сейчас находится в Англии, в Блэкпуле. Если я не ошибаюсь, у мисс Эвеса там петля. Предупредите ее, что там оставаться опасно. И, пожалуйста, будьте сами начеку. С любовью, Эйб. Январь 2016 года. Готов идти на пляж? Да ну. Ха. Глазам не верю. Прямо на месте гнездования птиц. Взглянуть бы на этого болвана. На самом деле, они в основном там гнездятся. Я могу вам показать. Так приятно встретить коллегу по интересам. Джон Ламонт. Фрэнклин Портман. Это мой сын Джейк. Джон Ламонт. За вашу камеру можно душу продать. О, спасибо. Она просто бесподобна. Я приехал, чтобы сделать снимки для своей новой книги. А вы, джентльмены, отдыхаете? Она крылышками взмахнула и была такова. Господа, кажется, мы говорим с вами о разных... Что, больше не идем на пляж? А что толку? Если наш новый знакомый издаст свою бесподобную книгу, на мою никто и не посмотрит. Лучше останусь тут и вздремну. Да. Господа, вы случайно не видели дядю Огги сегодня утром? Странно, что его еще нет. Я могу поискать его. Ты никуда не пойдешь. Сначала мне нужно к мисс Перегрин. Проводишь меня? Начиная с самых мрачных дней, канадская армия, усиливавшаяся с каждым... Джейк, я так рада, что ты вернулся. Как ты, дружок? Да, вид у него неважный. У нее, не у него. Не волнуйся, она поправится. Знакомься, это мисс Эвасет. Она тоже имбрина. У нее петля в Блэкпуле, в Англии. Это письмо личное, Джейк. Кто этот мистер Бэрон? Мисс Перегрин,
Если мой дедушка был связан с опасными людьми, я должен сообщить об этом в полицию. В полицию? Ты намекаешь, Эйп умер неестественной смертью? Я обнаружил его в лесу без глазных яблок. Естественным я бы это не назвал. Я здесь решаю, что нужно обсуждать, а что нет. Долг каждой эмбрины защищать детей, Джейк. Но я не ребенок. Он хотел, чтобы вы все мне рассказали. О, я тебе сочувствую. Никто не хочет говорить тебе правду, потому что все боятся, что ты сбежишь. Замкнутый круг какой-то. А что мешает тебе? Ты будешь рад, если я уйду. Енок, не нужно. Ты обещал. Она права. Но я знаю того, кого правила не касаются. Познакомить тебя с ним? Енок, не делай этого. Пожалуйста. Ты сама говорила, давай поиграем вместе с Джейком. Твои слова. Ну, вот мы и на месте. Пусти, Оливия. Если ты так будешь себя вести, я перестану с тобой дружить. Енок, не трогай Виктора. Это расстраивает Бронвин. Ой, успокойся, Фиона. Я просто познакомлю Джейка с ним. Он хочет тебя напугать, Джейк. Он вечно завидовал Эйбу. Теперь он завидует тебе. Лучше пойдем с нами играть. Я хочу познакомиться с Виктором. После вас. Привет, Виктор. Я Джейк. Я не хотел тебя беспокоить. Он тебя не слышит. Хочешь узнать, что меня убило? О, наконец-то! А Енок с тобой? Пора идти на прогулку. Эмма, кто убил Виктора? Это были люди с белыми глазами? Я же сказала, никаких вопросов. Я видел одного перед смертью дедушки. Мужчину. Если ты уверен, нужно сказать мисс Перегрин. Ты узнаешь его на фотографии? А у тебя есть? Идем, я покажу тебе одно место. О нем никто не знает. Это то место? Нет, это наш транспорт. Thank you.
Ты это... Воздух. Я могу им управлять. В этом моя странность. Джейк, перед уходом твой дедушка попросил меня сохранить это. Он показывал мне этот атлас. Атлас временных петель. Это его я видел в ту ночь. Кто он такой? О, это Бэрон. Это их лидер. Лидер кого? Кто все эти люди? Опасные люди. В прошлом одни из нас. Эйб посвятил свою жизнь охоте на них. Этих он так и не нашел. В каком смысле охоте? Они вторгались в петли. Крушили дома, оставив сотни детей умирать от голода. Эйб убивал, чтобы спасти жизни. Но он решил все бросить, чтобы защитить тебя. От кого? Я могу тебе рассказать, но обещай, что не сбежишь. Джейк, твое место здесь. Это неправда. Я ведь не такой, как вы. Я обыкновенный. Ошибаешься. Джейк, петля открывается только для странных людей. Нет, это какая-то ошибка. Я себя знаю. Тогда я покажу тебе еще кое-что. Быстрее, ты все пропустишь. Имбрины стараются выбрать идеальный день для своей петли, но у мисс Перегрин не было на это времени. Как так? Ты же знаешь, немцы собирались бросить бомбу на дом. Короче, 3 сентября 43-го года был не самый лучший день. То, что убило Виктора, вернулось. Но он невидимый, Джейк. Ты унаследовала этот редкий дар у Эйба. Он тоже видел чудовищ. Мы зовем их пустотами. Или чудовищами. Дедушка рассказывал мне про людей, превращавшихся в монстров. Это они и есть? Я все тебе объясню, Джейк. Теперь ты точно имеешь право знать. Но учти, что тем самым я нарушу очень важное обещание. Я всегда знала, что ты особенный. Но твой дедушка запретил мне что-либо тебе говорить. Он мечтал, чтобы у тебя было нормальное детство. Что ж, таким оно и было. Он хотел дождаться твоего совершеннолетия. Он думал, что подготовит почву, рассказывая сказки. О, спасибо, Эмма.
История странных людей. Странные ученые. Много лет назад в нашем обществе произошел раскол. Появились недовольные, которые устали жить в петлях. Это мистер Бэрон. Он решил, что если ему удастся извлечь из Эмбрины ее силу, он и его свита обретут бессмертие и смогут жить за пределами петель. Он задумал эксперимент. Он похитил одну из Эмбрин, совершенно не волнуясь о ее дальнейшей судьбе. Бэрона и его дружков ждала куда более страшная участь. Одним из них. Он стал, но спустя годы нашел способ вернуть себе свое тело, свой человеческий облик. Они превратились не в богов, а в пустоты, в невидимых монстров, безжалостных, опасных, в убийц. Помнишь, я сказала, они вторгались в петли? Посмотри. Бэрон обнаружил, что, питаясь глазами странных людей, особенно детей, он начал меняться. Чем больше он ел, тем больше становился похож на человека. Бон аппетит. Это была привилегия Бэрона и его близких друзей. Другие остались пустотами. Значит ли это, что Бэрон съел глаза моего... Ему больше не нужно, но он мог натравить пустоту на твоего деда. Да. После первых набегов на петли мы стали лучше прятаться. Переезжали, скрывали свое местоположение. С годами пустоты жаждали больше крови. А Бэрон дружков в нужде не оставит. Мисс Перегрин, скорее! Мисс Эвесет проснулась. О, мисс Перегрин, они нашли мою новую петлю. Детки. Я пыталась их спасти, но там было так много пустот. Не знаю, как я сама спаслась. Вы в безопасности? Никто не в безопасности. Они собрали машину в моей петле. Она в подвалах Блэкпульской башни. Они все еще там. Что за машина? С их эксперимента. Они хотят его повторить. На этот раз не с одной Эмбриной. Он не успокоится, пока не обретет бессмертие. Пустоты нападают только на странных людей? Конечно, нет. Это монстры, Джейк. Они убьют всех на своем пути. На острове нашли трупы овец. Вы думаете, это могли быть они? Ты видел кого-нибудь с белыми глазами? Детям мне жаль, но мы должны уезжать. Что? Сядем на первый же паром завтра утром. Собирайте чемоданы. Затем ужинайте сразу в кровать. Мы не вернемся. Когда мы возвращаемся? Никогда. Если мисс Перегрин не перезапустит петлю, дом взорвут. Но это наш дом.
Не плачь, мисс Перегрин найдет вам новый чудный дом в новом месте. Как только петля закроется, я уже не смогу вернуться домой. Мне казалось, там ты был несчастлив. Я не могу все бросить. У меня там семья. В которой ты чувствуешь, что ты не в силах ничего изменить. А здесь у тебя есть возможность изменить будущее. Джейк, мы в опасности. А ты единственный, кто видит чудовищ. Да, я их вижу, но я не похож на Эйба. Пойми, я не смогу драться, не смогу кого-то убить. Я остался бы здесь только по одной причине. Прошу, уходи. Слава богу, ты цел. Я чуть с ума не сошел, когда узнал, что нашли тело. Собаки? Что вы хотите сказать? Когда собаки находят раненого зверя, они вгрызаются в мягкие ткани. То же произошло с моим отцом. Полиция уже в пути. Папа, я должен идти. Что? Я буду... Нет, даже не думай. Вдруг это не несчастный случай, а дело рук маньяка. Я знаю каждого жителя этого острова, кроме вас и него. Но он весь вечер просидел в пабе. Я вообще-то спал в номере. А как же слепой мужчина? Вернее, джентльмен в темных очках. Я предположил, что он незрячий. Мы прибыли на одном пароме. Я то и дело его встречаю. Джейк! 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 Стой! Подожди! Нет. Ваш сын в порядке? Нет. У него... нервное расстройство. Я устал. Я помогу. Я каждый день тренируюсь. Вы прошли через... Вы тоже странный. О, да. Я тебе крайне признателен. Находить петли стало невероятно сложно. Значит, вы специально следили за мной с пляжа? О, нет. Я слежу за тобой уже очень давно. Доктор Голан? Иногда... Если нужно, я могу использовать свою способность, насколько хватает моего воображения. Я не могу изменить лишь одно. Свои глаза. Мистер Берн, очень приятно. Это не первая наша встреча. Я рассчитывал узнать у твоего дедушки адрес мисс Перегрин, но, увы, мой попутчик добрался до него раньше меня. А как известно, ничто не остановит голодную пустоту. К слову, о моем попутчике. Он уже близко. И поверь тому, что я сейчас скажу. Когда он сюда придет... Бежать будет поздно. Так что, давай поспешим. Вперед!
календарь в гостиной. Вы не могли бы принести его, мисс Эвасет? Помогите остальным. Мисс Перегрин, я так долго ждал нашей встречи. Нам можно войти? Дети! Вы не могли бы спуститься к нам, пожалуйста? Я отдаю приказы в этом доме, мистер Бэрон. Не сегодня. Как вы видите, Джейк уже выполнил свою миссию. Если вам дорога его жизнь, делайте так, как я скажу. Дети! Молчать! Не смейте указывать моим детям. Дети, спуститесь, пожалуйста. Мисс Перегрин, я, кажется, не давала вам слова. Дети, чтобы Джейк не пострадал, мы сделаем все, что мистер Бэрон прикажет. Он хочет забрать меня в свою резиденцию в Блэкпуле. Чтобы он был спокоен, я отправлюсь туда в облике птицы, запертой в клетке. А вас я прошу пройти в гостиную, где закрою вас на замок. Мистер Бэрон не отпустит Джейка, пока не удостоверится, что ему самому ничего не угрожает. Все верно, мистер Бэрон? Вы готовы пожертвовать собой и нами ради Джейка? Мистер Бэрон прибыл в компании пустоты. Стоит ей появиться, и нам всем конец. Енок, только Джейк их видит. Он нам нужен, чтобы выжить. Что бы ни случилось, я вас не забуду. Прощайте, мои дорогие. Отпусти его. Обещай мне одно, Джейк, что ты никому не дашь их в обиду. Обещаю. Солнце уходит. Снаружи вы не увидите их тени. Мы должны остаться здесь. Только здесь у нас есть шанс. Я согласна. Дети, где мисс Перегрин хранит свое оружие? Оно там. Идем. Слушайте, дети. Проверьте, чтобы все окна и двери были заперты. Не должно быть ни одной лазейки. Давайте скорей. Вперед! Тебе стоит ответить на звонок. Ладно. Алло? Алло, это Эйб. Кто говорит?
Вы меня не знаете. Я Джейк. А, новенький. Добро пожаловать в семью, Джейк. Я должен идти. Так что скажи мисс Перегрин, что я на воздушной базе, и я в порядке. Я хочу тебе сказать, что я скучаю. Если я разочаровал тебя, то мне жаль. Ты самый лучший дедушка в мире. Итак, дети, давайте проговорим правила. Ваша главная цель — защищать себя. С пустотой я разберусь. Сейчас не время для геройства. Далее. Те, у кого садовый инвентарь, я прошу, чтобы вы... Вперед! Быстрей! Петля закрылась навсегда.
очень жаль, Джейк. Что нам теперь делать? Не удалось напасть на след Бэрона? Нет. Боюсь, у него была лодка. Что ж, у нас нет выбора. Мы поплывем за ними в Блэкпул. Но Блэкпул далеко, а следующий паром отходит не скоро. Нам ни за что их не догнать. Не только у Бэрона есть лодка. Смотри, петля в Блэкпуле была создана всего полгода назад, 11 января 2016-го. Без мисс Эвасет ее не перезапустить. Выходит, она закроется? И мы останемся в будущем. Джейк, ты понимаешь, что это значит? Вы все умрете. Не об этом речь. Мы должны вернуться в свое время, а ты нет. Ты можешь остаться в 2016 году. Но какой в этом смысл? Если нам удастся убить Бэрона, мы изменим будущее. Он не поедет во Флориду. Эйб будет жить, а ты вернешься домой. Дедушка не умрет. Слушай, я смогу все объяснить родителям. Я уговорю их отвезти меня на остров и... Постой, вы вернетесь туда? Нашей петли больше нет. Мы больше не увидим друг друга. Ты же хотела, чтобы я остался. Да, но ведь это Эйб. Я понимаю, что ты выберешь его. Ну что, вы нашли на карте петлю, мисс Эвасет? Нашли, но она новая, создана в начале года, моего года. Если не уйдем до перезапуска, застрянем в 21 веке. Супер. Значит, мы все быстренько состаримся и умрем, а ты нет. Пойдет? Петля закроется в 16:30. То есть нам нужно войти, спасти Имбрин и сразу уходить. Да, если останемся целы. Мисс Эвасет сказала, что машина находится в подвале здания башни. Мы будем в четырех стенах с пустотами. Нет, не будем. У меня есть план. И мне нужна твоя помощь. Это оно и есть? Вход в петлю может быть где угодно. Даже в тоннеле метро, как в Лондоне.
точно не ошиблись? Точно. Миллард, у меня к тебе небольшая просьба. Да-да, я знаю. Смотрите, вон башня. Совсем близко. Тебе легко говорить. Я уже закоченел. Готовы? Все двери в подвал заперты на ключ. Единственный способ проникнуть туда — пройти за сцену. Сколько пустот ты видишь? 4. Все не так уж и плохо. Не так уж плохо? Боюсь, я не совсем понимаю ход твоих мыслей. Я имел в виду, что они еще не в полном составе. А значит, не начали эксперимент. Мы не опоздали. Ну что, Эмма? Готова? Все получится. Держи, Джейк. Наши братья не заставят долго себя ждать. Это день, эй, которого... Вы внизу! Ваш дружок не придет, мистер Бэрон, а мы не уйдем без мисс Перегрин. Приведите ее и остальных имбрин на причал через 5 минут. Или пожалеете. Что тут скажешь, у безумной директрисы безумные дети. Зато пустотам есть чем подкрепиться. Ну где же вы? Я знаю, что вы где-то рядом. О, славно. Слушайте меня. Сейчас вы пойдете с мистером Арчем и мистером Кларком прямиком на причал. Где вас ждет небольшой полдник. Мистер Арчи, мистер Кларк, отведите пустоты на причал. Эти дети убили Мальтуса? Бэрон точил зуб на Мальтуса с тех пор, как он убил Эйба Портмана. Я столько месяцев искал Портмана. Ради каких-то 2 минут, чтобы узнать у него адрес петли мисс Перегрин. Но нет, Мальтус решил ему нужнее. Ну, а мне пришлось изображать из себя детского психолога 3 недели во Флориде. Ты когда-нибудь был во Флориде? Почему вы до сих пор сидите здесь? А вдруг это ловушка? Конечно, это ловушка, но нам-то что? Несколько детей против 4 пустот. Закончим уже с этим. Скорее!
Это вообще-то часть 3. Сперва разберемся с Бэроном. Бежим. Что-то они задерживаются. Я говорил, это ловушка. В таком случае, возможно, пора переместить им Брин. Вы же не серьезно. Это я-то не серьезно. Может, стоит вам напомнить, как я обшарил весь мир в поисках того самого глаза, который вернул мне мой человеческий разум и позволил продолжить исследование. Как много лет я провел, охотясь на Имбрин, чтобы собрать их сегодня здесь. И как три дня в Уэльсе мерзнул на пляже, глядя на птичек. Поверьте, я не буду сидеть тихо и смотреть, как кто-то другой рушит мою жизнь. Можете мне помешать? Ты, Джейк, решил, что лучше постареть и умереть, чем принять в себе свою непохожесть на других? Ха-ха-ха! Я высшее существо! Я знаю секрет вечной жизни! Можно я вас перебью? Я! Что за... Что... Бронвин! Промахнулся уже трижды. Очевидно, меткость не твоя особенность. Эйб был более достойным соперником. Не пускайте его к птицам! Мне нужен телефончик твоего портного. Застынет в венах. Эй! И это твоя попытка спасти подругу? Поймешь, что стрелок из тебя никудышный. Собери всех, встретимся у входа в петлю. Я тебя вытащу. Свяжем дыхание.
Оливия. Оливия. Прости меня, Оливия. Я всегда относился к тебе как к должному. Не понимал, как мне повезло. Я привык, что ты всегда рядом, и не осознавал, что... Что-то не осознавал. Создавайте петли. А ты, Джейк, я вижу, унаследовал свою странность у Эйба. Ты такой же надоедливый. Кстати, об Эйбе. Если вдруг встретишь его на том свете, передавай привет. Пожалуйста, мы не можем рисковать вашей жизнью. Енок, где остальные? Не волнуйся, Оливия ведет их к выходу. Джейк без нас не справится. У вас больше нет, мисс Перегрин. Вы все потеряли. Все кончено. Джейк? Джейк? Эмма! Нет, стой, послушай, это не я, это Бэрон! Не слушай его, он Нет, Бэрон. Я Джейк, это он Бэрон! Сразу предупреждаю, я стреляю из этой штуки лучше, чем послушай Джейк. Послушай меня, я Джейк, я вырос во Флориде и мечтал стать исследователем. Я всегда думал, что я самый обыкновенный. Это Джейк, стреляй в того! Нет, я ему это рассказал, она была моим психиатром. Так, оставайтесь с ним, я поищу мисс Перегрин. Постойте. Я могу доказать, что говорю правду. Потому что я не такой, как все. У меня есть особенный дар. Я вижу чудовищ. Пора идти. Петля закроется. Да. Нам нельзя опоздать.
любишь своего дедушку. Ничего не нужно объяснять. Нет, я обещал мисс Перегрин, что позабочусь о вас. Она ранена, и у вас больше нет петли. Она поправится. А до тех пор мы поживем в 43-м. Будем взрослеть день за днем, как обычные люди. Что даже неплохо. Слушай, а как же чудовище? Кто вас сможет защитить в случае чего? Нам не нужно, чтобы ты все время нас защищал. Потому что мы поверили в себя. Благодаря тебе, Джейк. И затем мы попрощались, и петля закрылась. Я так боялся, что тебя не будет здесь, что я тебя больше не увижу. Я в порядке. А, хочу поздравить тебя с днем рождения. Дедушка мой, мой день рождения еще не скоро. На путешествие. Езжай к ней, Джейк. Атлас у тебя. Ты сможешь вернуться в 43-й. Но они поплыли на корабле. Я не знаю, куда. Пусть так, но ты знаешь, откуда. Сюда. Ближайшая петля была в пустыне в Калифорнии. Через нее я попал в петлю в Токио. Она перенесла меня в 1942 год. Я там начал служить на флоте. Не спрашивай. Затем я провел 2 месяца в Лондоне. Готовы! Полный вперед!
Thank you.